Две недели Якутск наблюдал за триумфами и горечью поражений будущих олимпийцев. Шестые международные игры Дети Азии собрали 3000 спортсменов из 37 стран. В составе сборной команды Якутии за медали боролись 28 представителей Мирнинского района. Об одном из них расскажет Анна Винокурова. Пятое место на дистанции 800 метров и шестое на 1,5 километра. На международных соревнованиях мирнинскому спортсмену Константину Прохорову до медали не хватило совсем немного. Раньше я не участвовал в международных соревнованиях, и уровень он большой, высокий. Дети такие же из разных стран, такие же, как и мы, также бегают. Вот из России хорошо тоже бегают. К международным соревнованиям спортсмен начал готовиться 3 года назад. Прошел множество тренировочных сборов и отборочных соревнований. О том, что поедет на Дети Азии, узнал буквально за несколько дней до поездки. Подготовка была отличная. Ездил на сборы в Кисловодск. Там месяц был, тренировался. Потом мы поехали в Намцы, я там отобрался, 2-е место занял. Все, и так попал в Дети Азии, в сборную. Такие выезды у спортсменов нашего региона бывают редко. И на состязаниях большого уровня отсутствие подобного опыта непременно сказывается. Мы очень долго к этому шли. Конечно, призовые места мы всегда хотели бы быть в призовых местах, но ребенок выложился, и по личному результату он пробежал неплохо. Я считаю, что вообще уровень, конечно, очень высокий. Сами дети очень хорошо бегают. Сейчас и у тренера, и у воспитанника восстановительный отдых. А с конца августа начнется подготовка к чемпионату Дальнего Востока. Если там Костя покажет хорошие результаты, попробует свои силы и на первенстве России. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».